Ну что, зима наконец-то наступает, уже пришли первые морозы, и все те, кто передвигается на автомобилях с кожаным салоном по утрам, наверняка начали подмерзать. Но не переживайте, у меня для вас есть отличное решение. От компании Esco вот в такой оригинальной сумочке приезжают автоаксессуары, которые подходят на все автомобили, передвигающиеся по нашей стране. Здесь автонакидки. Как это выглядит? Давайте посмотрим. У кого-то есть пояс чемпиона, а у меня есть автонакидка от компании Esco. Фасон может быть разным, могут быть разные цвета, может быть любая строчка. Заходите на сайт, смотрите, какой подойдет больше вам. Самое главное, что они подходят на все автомобили, за исключением спортивных кресел. Давайте посмотрим, как она устанавливается. Мы имеем типичный автомобиль с кожаными сиденьями. Что нам нужно? Мы сначала делаем простую примерочку, а дальше мы крепим его по трем точкам. Первая точка будет это подголовник, поясница. И снизу сиденье. Все. Это все элементарно. Верхнюю закрепили, нижнюю поясницу подлазим, крепимся под сиденьем, ищем возможный доступ покрепления, за исключением каких-либо проводов. Установка занимает 3, ну ладно, фиг с ним, 5 минут, в силу того, что я это делал первый раз. Теперь садишься в автомобиль утром, когда холодно, будет тебе гораздо комфортнее это делать. Точно так же эти накидки применяют для защиты своих кожаных салонов. Цена вопроса за одну штуку 1600 рублей, за комплект из двух 3200 рублей, полный комплект на весь автомобиль 6500 рублей. Автомобильные накидки от компании Esco вы можете заказать прямо сейчас на сайте Esco Pro, которые приходят к вам вот в таких замечательных чехлах. Если не хотите устанавливать самостоятельно, приезжайте к ребятам, они вам сделают это на месте бесплатно. Все подробности по ссылке в описании. Друзья, всем привет! Ну, наконец-то обзорчик. Я читаю все ваши комментарии и вижу, что машины свыше 2 миллионов рублей. Интересно, здорово, но это дорого. Многие пишут то, что нужно не забывать интересы и тех, кто не зарабатывает на сегодняшний день столько, у вас все впереди. Поэтому мы сегодня вам приготовили на тест автомобиль, про который все можно рассказать за 10-15 минут. Но мы на него посмотрим с двух сторон. Первое, это с точки зрения тех, кто катается на дорогих машинах, и с точки зрения тех, кто катается на совсем простых автомобилях, старых автомобилях, потому что у нас сегодня будет Hyundai Elantra. Этот автомобиль 6-го поколения, он выпускался 3 года с 16 по 19 год. И на данный момент, если вы зайдете на официальный сайт компании, то вы увидите рестайлинговую версию. Чем она отличается? С точки зрения технической части практически ничем. Одно небольшое отличие есть в сайлент-блоках по задней части подвески. В основном это будет отличие по внешнему виду, спереди и сзади. Ну, немножко касается интерьера. То есть именно фейслифтинг, знаешь, маленечко приворожили машину, чтобы можно было сказать, встречайте новое Elantra. По сути, что мы с вами получаем? Два мотора, 1.6 и 2 литра, всем до боли известный. Автомобиль можно купить с механической коробкой передач и с автоматической коробкой передач. Если мы сегодня с вами запрыгнем на вторичку и посмотрим, ну за сколько же можно купить этот автомобиль с пробегом, ценник вас будет встречать, но я в среднем назову от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Все будет зависеть от комплектации, все будет зависеть от пробега. Я называю машины живые. Понятное дело, что можно найти там машину с тремя владельцами, либо после такси, в убитую. Это мы не трогаем. Что мы с вами получим за эти деньги? Ну вот в нашем случае мотор идет 2 литра, автоматическая коробка передач, оптика здесь стоит биксеноновая, при этом у нас есть противотуманочки галогеновые, диодные ходовочки. То есть внешний вид у автомобиля, вот вы сами посмотрите, скажите, как вам. Это машина C-класса, так называемый старший брат Соляриса. И вот здесь я хочу сделать акцент. Вот допустим, сегодня я передвигаюсь на BMW с пробегом. Многие из вас катаются на автомобилях дороже 2 миллионов рублей. Если нас с вами взять, таких, знаете, зажравшихся котов, сказать, типа, ну что ты скажешь? Ну ты пощупаешь машину, шумоизоляции здесь нету, каких-то новшеств в этом автомобиле нету. Ты открываешь ее, пластик, все смотришь, знаешь, все очень простенько. Вот можно с точки зрения зажратости сказать, да это обычная машина, это ведро, это некомфортная машина. Но если так вот маленько спуститься на землю, да, так вот по шее, так вот, оп, сказать, что ты там болтаешь? Ты посмотришь на этот автомобиль и скажешь, так, ну смотри, надежная, по сути, машина. По силовому агрегату, потому что это самое важное, ведь это самое дорогое, что может быть здесь с ремонтом. В нашем случае мотор 2-литровый, индекс у него G4. NA. Вот смотрите, если вы запрыгнете в интернет, начнете собирать информацию, то вы увидите, что у него рейтинг 3 с плюсом. Но здесь на самом деле вот стандартная лотерея. Все вы слышали про что?
Я не слышу вас. Про что? Про задиры, все верно, друзья. Но вот это не вымысел. Вот многие автоподборщики, многие люди, кто владеет этими автомобилями, сталкиваются с этим. Но я бы сказал так, что из 100% это может быть 20-30, вот какой-то незначительный, да, ну как значительный процент, но не повальный. То есть в большинстве своем можно найти автомобили с пробегами за 300 тысяч, потому что они есть в пользовании у таксистов, которые катаются, и с мотором ничего не происходит. Паспортные характеристики у него 150 лошадиных сил, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, разгоняется он до первой сотни 9,9 секунды. Если взять его же на механике, разгон будет 8,8. Отличительная особенность этого автомобиля, например, от того же самого Solaris. Во-первых, тоже здесь идет мотор 2 литра. В нашем случае, то есть после 100 километров, он тоже будет, в принципе, хорошо разгоняться. Solaris 1.6, это вот или автомобиль этот же с мотором 1.6, это исключительно до 100 км, то есть это прям однозначно городской вариант. Максимальная скорость у этого автомобиля 205 км в час. При этом, вот сегодня, да, на угон точно так же востребован кто? Solaris. Почему? Очень массовый автомобиль, их очень много покупают для такси, их покупают для того, чтобы там на запчасти разбирать и так далее. Здесь же машина относительно никому не нужна. Вот даже сам владелец отмечает то, что выставил на продажу, звонков мало. Почему? Но не так востребован автомобиль. И то же самое с новыми автомобилями происходит. Они у дилеров есть, ты можешь прийти и спросить, да, машина стоит в салоне. Но повышенным спросом автомобили не пользуются. А? Пушка, гонка. Слушай, ну до 120, вот, ну хорошо мы так разогнались. Еще не забывай, что полный багажник и диски там лежат. И нас еще три человека в машине. Это нормально, вот для городского седанчика это с головой. А если посмотреть версию 1.6, то там разгон будет на автомате 11,6 секунд. И вы должны понимать, что когда вы зайдете на вторичку, то вот версия 1.6, она будет встречать вас в первым делом. Мотор 3 с плюсом, но если вы покупаете его при проверке, там у него там 50, 60, 70 тысяч пробега, и никаких вопросов с задирами нету, по большому счету здесь больше пожаловаться не на что. С коробкой автоматической вопросов вообще никаких не будет. Она при этом адаптивная. Вот наш владелец даже рассказывает, катаешься, газку даешь, машинка острее реагирует на педаль газа. Ездишь спокойно, пытаешься дать газу, то есть надо понажимать, чтобы она перестроилась. Вот с точки зрения содержания, вот силового агрегата, все, это вот единственное, зачем нужно следить. Но опять же, в тот же момент, да, вы должны понимать, одно единственное, не дай бог он у тебя встанет, это ремонт. А ремонт будет стоить денег. Эти моторы обслуживаем, их можно отремонтировать, но это все упрется в деньги. Аккумулятор, вот допустим, вся эта аккумулятор у тебя, ну хороший аккумулятор, ты купишь за пятак. При этом, вот, как вы знаете, BMW у меня 17 600 оригинальный аккумулятор. Вот и думайте. Если нажать педаль в пол, да, мотор заорет. Я спрашиваю владельца, тебе как? Он привык. И я вспоминаю себя, когда у меня была Mazda 6, 2 литра. Мне тоже казалось то, что машина едет. Мне казалось то, что машина, ну, не так уж орет. А если вот звук мотора ты слышишь, то я слышал приятный рокот. Я не слышал там какого-то напряга. Я слышал то, что машина хорошо себя ведет. То есть вопрос того, что ко всему привыкаешь. А? А? Этот мотор выпускается с 2011 года, соответственно, о каких-то там нанотехнологиях речи быть не может. Вес автомобиля 1,3 тонны, на основании этого у него средний расход топлива в городе, вот при спокойной езде по пробкам, 9 литров. Мы сейчас передвигались в выходной день, у него получился расход, вот текущий, да, мы покатались по городу, так, ну, 7,8. Собственно, это не так много, поэтому мы идем с вами дальше. Очень частый вопрос среди владельцев, как бы, когда они выбирают автомобиль, как вообще они приходят к выбору этого автомобиля. Ты смотришь Solaris в топовую версию, он стоит, ну, сегодня уже 1 000 000 рублей. Если вы посмотрите на рестайлинговую версию, да, на самую свежую от этого автомобиля, сегодня в самой жирной комплектации со всеми возможными пакетами вы можете его купить за 1 400 000. Скидку на этот автомобиль получить реально. То есть, если хорошо поторговаться, вот реально вы можете добиться, ну, минус 100 тысяч рублей. Сходу, по идее, вам, ну, 30-40 тысяч скинут точно. На мой взгляд, это, знаешь, такая какая-то вот европейская машина из серии. Ты вышел утром, сел, менеджер среднего звена, доехал до работы. Подвеска у нас передняя идет независимая, а сзади у нас идет полузависимая торсионная балка. Вот это вот на самом деле не очень комфортно, хотя мы катаемся сейчас по городу, да, вот ровная дорога, вопросов нету, но насколько я всегда помню балку, у меня всегда ощущение, знаешь, ассоциации, это когда зима, холодно, ты приезжаешь, какие-то неровности, жопа подпрыгивает, особенно это будет дискомфортно именно тем, кто сидит сзади. То есть, если у вас есть дети, вот чтобы понимать, что они ощущают, вы сами сядьте назад, прокатитесь, пусть вас по проселочной дороге прокатят, тогда вы поймете. Многие говорят, да что это балка, это классно, ты косишь
сидишь за рулем, ты жопу особо автомобиля не почувствуешь. Это можно, но прокатись, в общем, просто сзади. Клиренс у автомобиля стандартный для седанов, там, порядка 150 мм. Изначально автомобиль будет идти на 17-х колесах в этой комплектации. У нас сейчас стоят 16-е, зимняя резина. Вот шумки нет настолько, то что ты, когда начинаешь разгоняться на автомобиле свыше 20-30, прям вот очень сильно слышно шипы. И вот касаемо подвески. Когда вы покупаете новый автомобиль, вы выезжаете из автосалона, всегда приятное ощущение, то что машина вся собрана, ты едешь, она такая, знаешь, послушная, проезжаешь неровности, всегда все хорошо. Со временем проходит год-два, там ты накатываешь километры, ты выезжаешь куда-то на проселочную дорогу, ты начинаешь понимать то, что подвеска, ну, словно стала какая-то разбалтанная. Приезжаешь на сервис, проходишь диагностику, а тебе говорят то, что все в идеале, у тебя все хорошо, но при этом ты сам понимаешь то, что раньше было по-другому. То есть, как бы, вы знаете, вот подвески на корейцах, я замечал, они действительно какие-то хлипкие становятся со временем. Я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, где задал вам вопрос, что вы думаете об этом автомобиле. Конечно, многие написали, мне очень нравится ваш юмор, кто-то пишет, да, неплохая тачка, побольше соплярика. Кто-то пишет, что это просто поджопник из серии, вот у тебя есть нормальная тачка, если ты много ездишь, взять ее, чтобы жалеть основной автомобиль. В общем, друзья, я всех вас приглашаю в комментарии, выскажите ваше мнение, но на мой взгляд, вот если рассматривать автомобиль на вторичке с бюджетом до 1 000 000 рублей, он имеет место быть. Если мы с вами будем говорить об интерьере автомобиля, ну в первую очередь, смотрите, вот у нас максимальная комплектация практически, то есть здесь тут чуть-чуть опций не хватает. Кожаные сиденья, понятное дело, то, что это, ну, не кожа, а как сах-заменитель, то есть какая-то эко-кожа, но присаживаться в автомобиль, в принципе, удобно. Что вы получите? У вас будет подогрев руля, у вас будет подогрев сидений, у вас будут передние и задние парктроники, у вас есть камера, вот покажи, пожалуйста, дисплей. Когда я сел, вот честно, вот после машин подороже, так смотришь, думаешь, ну какой-то маленький дисплейчик, нажимаешь заднюю передачу, а тут тебе бах, пожалуйста, камера. И камера с динамической разметкой. Напомню, что в некоторых японских автомобилях, типа D-класса, это как доп. Опция, чтобы ты рулем крутил, чтобы у тебя разметка была. А здесь она есть. При этом селектор переключения ходит довольно-таки мягко, но если посмотреть на автомобиль, ну что можно сказать? Ну, конечно же, все выглядит очень просто. Сам по себе пластик. Местами мягкий, местами он идет дубовый. При этом мы катаемся на машине сейчас, никаких шумов, там, скрипов по салону, ну, реально нету. Если к чему-то придираться, друзья, да, то, что вот, казалось бы, слишком просто. С другой стороны, это практично. Вот я ни в коем случае не пытаюсь защищать автомобиль. Мне вообще плевать, вот будете его покупать, не будете. Но вспоминая себя, например, когда в некоторых дорогих машинах здесь идет все в глянце, ключи, да даже ты когда ничего не кладешь, здесь все начинает царапаться. Здесь же такой пластик, который просто невозможно поцарапать. Ну посмотри, пробег у машины 44 700, никаких царапок не видно. А человек владеет им 3 года. То есть раз в год там по 15 тысяч он проезжает. Кнопка старт-стоп. Сел, настроил. Вот эта приборная панель, она тоже здесь может меняться. То есть вот с точки зрения простоты своей, машина в принципе укомплектована хорошо. Раздельный климат-контроль. Ты сел, настроил под себя тачку, обзорность достойна. Ну что еще нужно? Подчеркиваю, друзья, некоторые люди смотрят и говорят, вот я хочу там Kia Rio за максималку купить, Ладу Весту, еще что-то. Вот 100-200 тысяч доплачиваешь, ты получаешь машину, ну, чуть, но побольше. Ты привыкаешь к нему очень быстро. Вот действительно, к габаритам, я не знаю, ну, я сел, мы прокатились, я уже его чувствую. То есть, действительно, машинка небольшая, не громоздкая, обзорность здесь достаточная. Ты машину чувствуешь, и я вам хочу сказать одно, что для города, то есть то, как она едет, это вот хватает с головой. Я знаю прекрасно, что если выехать на этой дороге, на этой машине, на трассу, разогнаться там 160, когда будет порывистый ветер, мимо будет приезжать какая-то более большая машина, ее будет отшатывать. Ее будет очень хорошо отшатывать в силу того, что автомобиль не тяжелый. Но вот так вот, если ты выйдешь на трассу там в солнечный день, когда, как говорится, нету никакого ветра, ты будешь получать удовольствие, но... Шум здесь, это, конечно, отдельная история. Это, вот, как говорится, один из самых главных минусов. Пусть там технически хорошо, хорошая коробка. Если не столкнешься с проблемами с мотором, все, ты на машине откатаешься. Но вот если ты очень много катаешься по трассе, слушай, ты будешь получать дискомфорт. У нас вылетела ошибка в силу того, что мы сейчас поменяли зимнюю резину, а здесь стоят датчики давления в шинах. А у нас на зимней резине их нету, поэтому ошибка висит. Присаживаюсь сам за собой для чистоты эксперимента. Опачки, сел, что получаю? Подогрев сзади есть. Пожалуйста.
Вот если раскинуть ноги в разные стороны, ну, можно передвигаться, сиденье еще задний диванчик так маленько настроен так, что, ну, по городу кататься будет комфортно. Подчеркиваю, что эти машины можно встретить в такси, но они там не так популярны, потому что за Elantra у таксистов нет повышающего коэффициента. То есть есть Solaris, а потом они уже берут, как правило, ну, Skoda, Octavia, потому что у нее есть повышающий коэффициент, они могут больше зарабатывать. Если бы за Elantra он был бы, я уверяю вас, их было бы гораздо больше на наших дорогах. Но в силу этого есть свой плюс. Машин меньше, соответственно, на них можно получить больше скидку. Но когда ты трогаешь автомобиль, понимаете, вот коричневая, она есть коричневая, и спорить с тем, там, как-то пытаться оправдывать то, что это дешевый автомобиль, ну, это просто бессмысленно. Мы просто с вами должны понимать то, что у этого автомобиля есть свой ценовой сегмент, у него есть своя аудитория. Поэтому вот когда ты трогаешь что-то, ко всему здесь можно, это абсолютно, вот к любому автомобилю, да, ты подойдешь, можешь трогать, он слишком простой, дверь, она легкая, это просто пушинка. Но, собственно, и ценник здесь соответствующий. Если бы эта машина стоила бы 2 миллиона рублей, вот тогда можно было бы сказать, что ты делаешь, кореец. Бак 50 литров. Дальше подходим, значит, багажник у нас 480 литров, но самое удивительное, пожалуйста, смотри, сколько вещей помещается. Два колеса у нас получается, но две покрышки тут. Портфель наш, в общем, багажник, вот тебе, пожалуйста, прямой тебе пример. Докатка, запасное колесо, это что хотите, можно положить, но в комплектации, естественно, будет идти докатка. У нас есть функция на ключе открыть багажник. Но и здесь есть интересная фишка. Так, например, представьте, я иду с магазина с покупками, тащу такой вещи, у меня ключ в этом, как в кармане. Подхожу к автомобилю. Вот. И понимаешь, то есть как бы вот он открылся, вот в этом вся корейщина. То есть вот понимаешь, он открылся, да, но мне нужно что, белой курточкой так раз, я думаю, ёптвою мать, испачкался. Такой, опа туда, и все. Понимаете, друзья, вот почему он не открылся полностью, хотя мог бы сделать. То есть фишка есть, уже как бы заложена, то есть ты подходишь удобно, действительно, но почему-то до конца не открывается. И самое главное, что если мы его закроем, нажмем на ключ, происходит то же самое. Хотя владелец утверждает то, что иногда бывает так, то, что он раз и открывается полностью. То есть как повезет. Когда у тебя есть, там, например, до 1,5 миллиона, ну что взять? Ну как вариант можно рассмотреть? Прямой конкурент этой машины, ну кто? Давайте с вами вместе перечислять. Шкода Октавия. Раз. Кто еще? Все, наверное. Я не слышу вас. Я не слышу вас. Помогать. Цирата. Все, по сути, как бы их по пальцам писать. Кто-то скажет, там, Королла, Королла, сейчас цены такие, тоже просто бешеные цены. Ну вот, передвигаясь на машине, ты понимаешь то, что скучно. Понимаешь, но все равно вот уныло, то есть ты садишься в автомобиль, он не вызывает у тебя эмоций. Вот я, например, еду на нем, да, я понимаю то, что это была бы повседневность из серии, как вот сел, завел, доехал до работы, в магазин. То есть нет такого, что я сижу сейчас в машине, я от нее кайфую. Вроде бы все есть, смотри, подогревы, рулится машина, едет, разгоняется, неприхотливая. Плюсы? Плюсы. Но с другой стороны, вот, нет души. Вот опять же, одна только шумоизоляция, друзья, вот лично меня она прям вот угнетает. То есть мы едем, останавливаемся, шипы очень хорошо слышно. Шумить ее по полной программе, я думаю, особо это на качество не сыграет, но в любом случае здесь это сделать надо, потому что машина действительно шумная. Выводы здесь на самом деле максимально просты, потому что автомобиль сам по себе максимально прост. Самое главное, чтобы у вас не приключилось беды с вашим мотором. По остальным же моментам, по подвеске, по коробке, по содержанию вопросов будет ноль. Машина максимально прозрачная. Она не так востребована на нашем рынке, но при этом, если вы будете покупать ее на вторичке, у вас есть возможность купить ее подешевле. Если вы будете покупать ее новую, то вы не перешагнете отметку в 1 миллион 400 тысяч. Базовая версия автомобиля начинается примерно по цене 1 миллион 100 тысяч рублей. Друзья, здесь остается сделать выводы только вам. Вот напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Для тех, у кого нет понтов, кому нужна именно машина на повседневную езду, жене купить, самому ездить на работу, нужна тачка, на которой будут подогревы, на которой ты будешь передвигаться с комфортом, с музычкой, как вариант рассмотрите. При этом машина, скажем так, не токсичная. Поэтому выбирайте, пишите ваше мнение. У меня на этом пока что все. Что будет дальше, покажут новости в инстаграме нашего канала, куда вам нужно обязательно подписаться. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока.